четвертом фильме 19 сезона сериала «Тайны следствия» квартирная хозяйка Лакшина приезжает проверить своих квартирантов и обнаруживает, что оба мертвы зарезаны ножом. Прибывшая на место преступления следственная бригада устанавливает, что незадолго до смерти к погибшим Стаценко и Федорову приходила по вызову проститутка Анжела. Анжела заявляет, что ей никто не открыл дверь. Швецова понимает, что в квартире было три человека, и запись с видеокамер подъезда это подтверждает. Вероятно, исчезнувший третий и есть убийца. Следствие устанавливает, что это некто Антохин. К Маше приезжает погостить дочка Злата. Она очень соскучилась по маме, однако довольно быстро Маша понимает, что дело не только в этом. Дочка познакомилась в интернете с парнем из Питера и приехала с ним встретиться. Маша решает узнать, что это за Егор Родионов, и обращается за помощью к Кораблеву. Посмотреть очередную серию вы сможете 12 декабря.